гадание на зеркале – один из наиболее древних и страшных способов гадания. Это хорошо известно из литературы «Гадание на любовь» и сейчас пользуется популярностью у смелых девушек. Продолжительность этого гадания определить сложно. Можно просидеть перед зеркалом далеко за полночь и ничего не увидеть, а можно вздремнуть и в скором сне увидеть многое. А жених вам обязательно встретится, если не в зеркале, то в реальной жизни. От судьбы ты никуда не уйдешь. Гадание на одном зеркале правильнее было бы назвать зеркало судьбы или зеркало будущего. Этот способ гадания с зеркалом и свечой применяли не только девушки, но и представители сильного пола для гадания на будущее и судьбу. Идеальное время для гадания в зеркале – в святке около полуночи. Необходимо сесть перед зеркалом, поставить свечу перед собой, задать интересующие вопросы, смотреться в зеркало. То, что увидите, то вас и ждет в ближайшем будущем. Но после любого гадания все-таки необходимо помнить, что мы сами творим свою судьбу. Главной целью девушек гадания на зеркало было увидеть свою любовь, или, как говорили раньше, своего суженого, который и был судьбой для девушек во все времена. Для гадания на зеркале на суженого слева от зеркала зажигается свеча, и гадающая девушка внимательно всматривается в сумрак в зеркале. При этом в колыханиях пламени свечи можно распознать силуэт человека или его лицо. Расскажем подробнее, как гадать на зеркале. Для того, чтобы погадать на зеркале, нужно в полночь, в полной тишине и одиночестве, в одной ночной рубашке, без всяких поясов и завязок, распустив волосы, взять с собой зеркало, свечу и полотенце. Прийти на кухню или в баню так, чтобы никто не знал о вашем намерении погадать на зеркале заранее. Не должно быть никого и никаких звуков. Поставить зеркало на стол, сесть напротив зеркала, зажечь свечи и полностью сосредоточиться. Свеча должна быть единственным источником света, и, всматриваясь в зеркальную гладь, говорить суженый ему ряженый: «Приходи чай пить», или «Суженый ряженый, приди ко мне ужинать», или «Суженый мой ряженый, покажись мне». По поверью, в зеркале должен появиться черт в обличии суженого. Незадолго до прихода суженого свеча начинает светить менее ярко, или пламя слегка колышется. Зеркало тускнеет или темнеет, нужно сразу протереть его полотенцем. Если внимательно смотреть через левое плечо своего отражения, то жених приходит и смотрит через плечо девушки в зеркало. Рассмотрите появившееся лицо, перекреститесь и трижды произнесите заклинание «Оберег». Чур сего места. После этих слов образ мужчины исчезнет, и вы окажетесь вне опасности. Если этих слов не говорить, то, по словам очевидцев, показавшийся жених садится за стол и кладет какую-нибудь вещь на него. Если девушка скажет «чур», то эта вещь будет ей подарена. В этом способе гадания на любовь существует указание: если вдруг фантом суженого вышел из зеркала, не стоит забывать, зачем вы его звали, и напоить чаем, иначе черт к вам прицепится. Как только гадание на зеркале окончено, нужно задуть свечи и убрать зеркало, дабы нечистая сила не имела возможности выйти из зеркала.